Ну вот надо подразделять тех, кто приезжает сюда зарабатывать деньги, но быть при этом москвичом, то есть принял решение жить в этом городе. И таких людей нужно всячески поддерживать, потому что, собственно, это та новая кровь, те творческие люди, которые, те профессионалы, которые приезжают в Москву работать на благо Москвы. Этих людей надо поддержать. Другое дело, что нельзя поддерживать, когда людей привозят сюда в качестве рабов, чтобы они здесь работали за гроши, еще забирая у них половину зарплат. Вот такие прецеденты нужно исключать. И второе, нужно все-таки делать приоритетную работу для москвичей. То есть нужно сделать так, чтобы москвич имел некое преимущественное право устроиться здесь. Чтобы был стимул становиться москвичом, чтобы была возможность человеку жить в Москве и чувствовать себя москвичом. Потому что москвич, как правило, не может выдержать конкуренцию с людьми, которые приезжают из других регионов, а тем более из южных республик. Там люди приезжают работать совсем за другие деньги. Они не платят налоги, их ничего здесь в этом городе не интересует. А тот, кто принял решение жить в Москве, от этого страдает. Вот нужно, чтобы власть здесь сделала водораздел. И мы, конечно, этим займемся. При общей толерантности к приезжающим, мы все-таки бы хотели видеть в Москве те, которые принял решение быть москвичом, а не тем, кто приехал на временный заработок, перехватиться и уехать отсюда. Вот стимулы такого рода необходимо будет создать.